Так, добрый вечер. Город Таллин, 4 июля 2015 год. Вы не поверите, 21 час и 47 минут. Точнее, ну, грубо говоря, без 15:10 вечера. Солнце еще не думало садиться, белая ночь. Третий день жары. Реально жары, потому что у нас, если уже 20 градусов, и с нашей влажностью, это просто невозможно. Ездить в машинах без кондиционера и просто пройтись по улице. Некоторые просто получают тепловые удары. Ладно, не суть. Сегодня третий день, значит, тепла. 22 градуса сейчас вечером. И обещают еще завтра теплый день. А с понедельника дожди и грозы. Надеюсь, температура будет теплая. Еще прогноз не смотрел. Так, едем на полуостров Палясары. Это находится в районе, в северном районе, район Пыхья. Я думаю, Пыхья он называется, не Пыхья, я уже забыл, Пыхья он называется. Грубо говоря, его все знают как район Копли. Это полуостров, там есть пляж грязный такой, мне не нравится. Ну, в смысле, пляж как пляж, песок, чему быть грязным. А вода там не очень чистая, мутная, не знаю, то ли там водоросли. Но факт не тот, что все-таки я в Тане вообще стараюсь не купаться. Но сегодня действительно просто больше не могу. Кстати, я покажу, что солнце еще светит. Вон оно, солнце еще и не думало садиться. Но ведь думаю, что покажу закат даже. Ну вот как-то так, едем. А почему сказал? А, вода мутная. Короче, я в таллинских пляжах не купаюсь. Но сегодня у меня появилось желание все-таки искупнуться. Находимся на улице Эрика. После этого желтого здания по левой стороне это бывший полицейский участок. Уже давно здесь его нету. Это так, я просто как на заметку, что вдруг у кого-то какие-то воспоминания. Прямо мы видим прям море, наш заливчик таллинский. А вот эта улица, я даже сейчас не могу вспомнить, но, по-моему, она называется... Тюстеза, да. Я в чем вспомнил, потому что машина здесь моя. Так, вот, солнце, значит, не закрылись. Вот такие здесь здания интересные, сталинские. Очень интересные там планировочки люди делают. Красивые квартиры, высокие потолки. Некоторые дома вот такие отреставрированные, некоторые еще не очень. Слева, что есть, называется, это даже не хрущевки, это... Дома, я не знаю, они даже без балконов. Вот это вот хрущевочки уже пятиэтажные. Мы почти на самом, как его называется, границе так называемого Нижних Коплей. Это микрорайон Сити, если не ошибаюсь. Ну, кто-то по правой стороне, вон частные домики строят. Это микрорайон Сити, и уже Сити граничат с районами Сирби, Вазара. Микрорайонами Сирби, Вазара, которые и знамениты тем, что так называемые это Копли. Но, честно говоря, уже давно нет того бандитского Копли, да и вообще Таллин не бандитский город. Вот какая здесь красота у нас, солнце заседает. Это порт Палясары по правой стороне. Здесь уступить дорогу. Я не за рулем просто. Точно, и прямо. И вот эта вот дорога ведет прямо на пляж. Я уже не раз туда ездил, показывал. Так что всю дорогу снимать не буду. Даже скорее тут и выключусь. Не будем позориться с нашими европейскими дорогами. Включим себя прямо на пляже. Ну вот, приехали мы на пляж Штромка. Здесь, в принципе, для людей вроде бы... Штромка. Обманул. Палясары. Даже дочка подсказывает тоже. Все сделано для людей, парковочки, все как надо. Время, между прочим, у нас 22 часа и 2 минуты. Начало 11-го. Солнце еще я видел, оно еще, наверное, полчаса точно не сядет. Пока все, паркуемся. 22 часа 10 минут. Полуостров Палясары. Старый город виден. Небо почти чистое, такие мелкие облачка есть.
Вот это здесь у нас пляжная охрана. Или охрана пляжа. И вот это уже Таллинский залив. Там пирита видно. Кораблик Таллинг, наверное, возвращается из Финляндии. Вот здесь я попробую искупаться. Еще раз говорю, 22 часа, уже 11 минут. И вот солнышко. Еще не садится. Продолжаем крутиться по Таллинам. 22 часа 22 минуты. Солнце не село. Вода на полуострове Паляссаари такая грязная, что... Нет, я, конечно, такой человек. Такая грязная, что даже я не смог это сделать. Сейчас попробуем приехать на штормочку, хоть там окунуться. Если там не окунусь, считаем, что сезон не открыт для себя. Ну, я считаю, что для меня сезон не открыт. И будем ждать сентября. Итак, у нас пол одиннадцатого ночи. Улица Сити. С левой стороны это квартирные дома, очень интересные, в царское время, наверное, построенные для работников Балтийской мануфактуры. Ну, люди уже сделали там какие-то квартирки и так далее. С этой улицы, кстати, на этой улице с левой стороны, вот после этого красного здания, будет еще одно вот здание, и за ним православная церковь. Нет, не покажу ее, не видно. Московского патриархата. Очень интересно, в таком райончике иду к церкви. Перекресток, улица Сити и бывшая Карла Маркса, сейчас называется Сыля. 22 часа 35 минут. Почему я говорю про время постоянно? Чтобы было видно, ну, как выглядит Таллин в свои белые ночи. Пляж Стромка. Попробую здесь искупаться. Думаю, здесь вода почище. И как-то так. Кстати, вывернем даже еще и солнце наверняка увидим. Я, по крайней мере, камеру. А, вон, сверкнуло солнце. Солнце еще не село, оно светит. Давай пройдем подальше. Солнце еще светит. И пока, да, ладно, паркуемся. 23 часа 40 минут. Пляж Стромка. Солнце, как мы видим, еще существует. Народу купающихся очень много, но зато те, кто прогуливается, еще больше. Город Таллин. Все, я искупался. Я не могу сказать, какая температура, но... скажем так, температура воздуха. Мне не было холодно, как парное молоко вечером. Так, между прочим, насчет вечера. Сейчас 23 часа ровно. У нас темнота. Значит так, море классное. Может от того, что за день нагрелось, или же фиг его знает из-за чего. Я так думаю, что сейчас 21 градус. У нас тепла, по крайней мере, датчик в машине показывает. Я думаю, что море где-то градусов было 19-20. Для Эстонии это нормально. Даже очень. 23 часа 40 минут. Вот такой вид у меня из дома. Это без 20-12 ночи. На протяжении лет 10 такое вижу, может 12.